Terra Mobile дарит вам возможность купить автомобиль Renault по очень выгодной цене. Осенью Центр занятости населения объявил о программе субсидирования начинающих предпринимателей. В организацию поступило более 20 различных заявок. Среди претендентов – люди, которые в данный момент числятся безработными. Однако на дому они занимаются пошивом, ремонтом одежды, дизайном печатной продукции и даже ковкой по металлу. Заявки рассматривали сотрудники Центра занятости совместно с представителями налоговой инспекции. В результате были отобраны 10 счастливчиков, которые и получили по 58 800 рублей. На развитие своего дела. Естественно, мы контролируем. У нас идет контроль в течение года. Они отчитываются ежеквартально по своим расходам. Могу, значит, сказать, что эти средства, которые выделяются, они могут потратить или на аренду, или на оборудование в основном. То есть на зарплату, на погашение налогов они расходовать эти средства не могут.